Засуха еще раз показала, без полива урожай не получить. По данным Минсельхоза, почти 40% озимых погибли. Больше всего пострадали рапс, пшеница и рожь. Большие потери и по плодовым культурам. Землепользователи сейчас спешно пытаются подключиться к оросительным системам. По сравнению с прошлым годом, площадь поливных земель в республике выросла почти на треть. Прирост свыше 6 тысяч гектаров. Мы имеем на сегодняшний день более 100 договоров с водопользователем на территории нашей республики. То есть овощной клин района сегодня охвачен в пределах, на 1 марта был в пределах 17,5, а сегодня уже имеем в пределах 19,5 тысяч гектар. То есть план физической площади растет из дня в день, и землепользователь подключает, приобретает и подключает новую поливную технику. Существенно увеличить поливные площади удалось после того, как заработала госпрограмма по восстановлению мелиорации. За 2 года в строй вернули более десятка заброшенных поливных станций. Сейчас по всей республике работают 52 станции. До конца года планируют запустить еще 7. В ближайшее время начнутся масштабные работы по восстановлению 4 станций и накопительного канала в Рыбницком районе. Его протяженность 12 километров, и на одном из участков канала нужен капитальный ремонт.